Дорогие украинцы, весь год я вас пугал страшными прогнозами. Весь год я вам озвучивал плохие новости. Но в этом году я хочу вам сказать, что все будет замечательно. Желаю вам крепкой нервной системы. Желаю вам крепкого здоровья. Крепких сил, чтобы нам хватило их для борьбы в следующем году. Ведь у нас будут очень нелегкие времена. И нам нужно набраться сил и терпения, чтобы все это преодолеть. Поэтому в этом году хорошенько отдохните. Новогодние праздники проведите со своей семьей. Набирайте сил, и нас ждут новые приключения. Всего вам самого хорошего в новом году!